Эти бочки, что мы сняли на одном из табачных производств, сразу после съемки отправятся в цех. Теперь именно химикаты отвечают за вкус сигарет. Они заменили табак и позволили приблизить стоимость сигарет почти к нулю. Вот такой поучительный отрывок из документального фильма о вреде курения посмотрели старшеклассники Загорянской школы номер 21. В наше время молодежь все чаще имеет пагубную привычку. Электронные сигареты пришли на смену табачным изделиям, но вреда от этого не только не меньше, но, напротив, гораздо больше. Именно это и попыталась донести до представителей подрастающего поколения нарколог городского округа Щелково Ольга Терентьева, которая провела с ребятами профилактическую беседу в рамках антинаркотического месяца. Так устроено, что все, что касается наркотиков, постоянно прирастает какими-то новыми, как мы говорим, заморочками для молодежи, когда молодежь, не понимая того, начинает потреблять вот те же спайсы, там, те же снюсы появляются, да, появляются, допустим, кальянные клубы, появляются айкосы, появляются вейпы, появляются электронные сигареты. Это на самом деле те же самые убийцы, только оформленные, красивые, якобы безвредно. Ребята, пришедшие послушать нарколога, убеждены, все то, что им рассказали, действительно очень важно и нужно знать любому подростку. Ведь такая информация может уберечь кого-то от пагубного пристрастия. Вред курения для растущего организма гораздо серьезнее, чем для взрослого человека. Страдают абсолютно все системы еще не созревшего организма. Учащиеся школы номер 21 понимают это и выступают за здоровый образ жизни, а также призывают всех остальных своих сверстников последовать их примеру. Организм еще полностью не окреп и только находится на развитии и, ну, негативно может сказаться в будущем. Это не круто. Займитесь спортом и собой. Да, сейчас в моде как раз-таки спорт. Заниматься спортом – это вот то, что надо. Подобные профилактические беседы со школьниками городского округа Щелково проводятся наркологами регулярно. Ведь подросткам важно осознавать всю опасность, которую в себе таит сигарета. Она убивает не сразу, а постепенно, медленно унося годы вашей жизни. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.